32 неисправен. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня. Браво не отвечает. Неизвестно, что с ними. У них с собой карта с шифровкой. Обязательно найди ее. В ней код сигнала СОС. Без нее нам не слиться с взводом. Ты наша последняя надежда на получение подкрепления. Быстрее отыщи эту чертову карту. Системы охлаждения надо по графику, а не когда у техников дойдут до них руки. Грязь фильтра приводит к росту напора в выпускных трубах охлаждения. И даже небольшая неисправность в выпускной трубе может сместить или уничтожить стержень-замедлитель. Активная зона перегреется, и весь завод взлетит на воздух. Зарубите себе на носу. Если я еще раз замечу такое, дежурная смена ремонтников тут же будет снята с реактора и отправится чистить канализацию. Вот так. Утечка газа перегрета. Огонь потушен. Завода МПРО. Я хорошо понимаю беспокойство совета директоров.
Да, в последнее время случаи нервных срывов на базе участились. Но я не понимаю, зачем нам в МПРО столько патрульных роботов с тяжелым вооружением? Возможно, вы не согласитесь, но я доверяю психическому здоровью моих сотрудников гораздо больше, чем тому, что творится внутри этих железок. Собственно, я как раз об этом. Сегодня один из моих лучших инженеров, Патрик Томас, получил пулю, когда робот не опоздал его допуск. Вы не ослышали? Пулю! К счастью, рядом оказался ремонтник. Приложил робота разводным ключом, пока тот не успел добить Патрика. Пат теперь в больнице на месяц. И вряд ли его заставишь подойти близко к такому роботу. У нас и так трудная работа. Еще не хватало, чтобы нас стреляли. Если здесь собираются завести тюремные порядки, то, по крайней мере, приставьте к нам живых конвоиров. О большем уже не прошу. Температура в активной зоне реактора выше безопасного уровня.
Аналитик оружия. 3 ноября 2145 года. Результаты первых испытаний новых боеприпасов к плазмомету МАКС-4 намного превосходят ожидания. Теперь мы можем поместить в один и тот же контейнер вдвое больше плазмы, чем раньше. Если применить технологии, разработанные для компактора молекулярного топлива, то, полагаю, можно будет увеличить емкость контейнера еще вдвое. Пока моя работа с контейнерами идет успешно. Коллеги мне очень помогают. Спасибо. По соображениям безопасности я помещу плазмомет, с которым работаю, под замок в шкаф 063. Код замка 972. Конец записи. Служебный мост выдвинут.
черту? Нет, сэр. Давай пробираться в центр связи. Там мы сможем перекрыть все линии связи. Как скажете, инспектор. Замедлитель 2 в норме.
знаю, сколько еще продержусь. Влад, это карта с шифровкой. Здесь нельзя оставаться. Слишком опасно. Пошли. Что? Техник-ремонтник. С тех пор, как рядовой Свенсон съехал с катушек, расстрелял барную стойку, а потом застрелился из плазмомета, у нас у всех сердце не на месте. Все ремонтники прекрасно видели, что у него едет крыша. И вот когда этот чертов автобармен отказался принимать его кредитку, он окончательно спятил. Вытащил ствол, давай стрелять. Когда стойка загорелась, мы еще ржали. Не успели мы сообразить, что к чему, он выпустил себе в голову столько плазмы, что хватило бы света на целый небоскреб. Его голова просто испарилась. Не самое приятное зрелище. Понятное дело, что когда все кругом сходят с ума, без охраны не обойтись. Но теперь и охранники. Не знаю. Здесь же валяется столько оружия. Куда нам столько? Мы тут подумали, решили собрать все боеприпасы для плазмометов и запереть. Код замка 734. Так хоть спать спокойнее будет.